Как сделать так, чтобы с изнаночной стороны не было узелков? Складываем нить вдвое, вдеваем в иглу, с изнаночной стороны входим в ткань иглой и оставляем петельку. И с лицевой стороны входим иглой в эту петельку. Затягиваем нить. И таким образом у нас не остается узелков, а ниточка закреплена. И дальше продолжаем вышивку.